Доброе утро, мои любимые! Сегодня важный день у Антона Сергеевича. Мы сейчас завтракаем, будем уже собираться. Да, сегодня Антон идет крайний раз в садик, а завтра уже дома, потому что сегодня у него выпускной. Гриша, бери, пожалуйста, телефон от завтрака. Антон самый первый побежал, мы забегаем. Григорий, пошлите, пойдемте. Гриш, закрывай калитку. На выпускной! Сейчас они развернутся.
Подушку бери, Антоха. Не, ну воду-то возьми. Воду бери. Молодцы, ребята, правильно вы все собрали в школу, готовы. А двойка подсказывала неправильно. Но как же моя подушечка? Нет. А как же моя игрушечка? Нет. А как же моя подушечка? Нет! Марченко Руслану Сергеевичу и Марченко Виктории Юрьевне. Ему диван не нужен. Некогда лежать. Всюду готовы бежать. Ярослав, конечно, шалит понемножку. Афонечка. Привет. Антоша, короче, как всегда, в первых рядах. Ой,
Вот. Здесь было кафе Лай, моего уже нету, все. Осталось только пиво. Так что едем в наше местное будем авокадо. Пить. Будем пить пиво, да? Ну и что, кто выиграл? Я! Победила дружба? Я! А ты выиграл? Я и точка. А, да, палитра. Да. Двухсторонняя. Цветная бумага, да? Да, у Антохи тут куча подарков. У меня даже больше, чем у Гриши. Да? Мам, посмотри, как я фотографируюсь. Это самое главное. Что здесь написано? Мам, что это? Что выпускнику. Это диплом выпускника детского сада. Посмотри. Вот, мой любимый посмотри. Детский сад. Так, вот это на. Так, Антон, показывай себя. Вот Антоха сидит. Вот. Я здесь вот стою. Да. Вот еще я. Вот это ты, да. Вот. Давай мам, дальше. Мам, вот это мы все. Это все воспитатели, все, да? Вот у меня кто был. Угу. Только Наталья и Натальевна не было. Какой? Ну, что у Афони. Угу. А где я здесь? Я уже... Вот. Я на самом верхнем. Да. Антон, Вика, Владик, Миша. Угу. Дальше улица. Дальше смотри, улица. Как Ярика снята. Девчонки держат, да? Так, что тут еще у нас? Где тут еще у нас Антон? Вот еще Антон с Викой. А здесь меня нету. Угу. Смотри, Вика. Вот еще Антон. С Егором. Со Светой, да? Или как ее зовут? Соня. Соня, да. Так. Здесь. Где на выходе здесь? Ну, я не знаю. Тут же не все фоткали много, наверное. Потом же выбирали. А, вот на выходе. Ага. Так, и все общее нету, да? Да. Вот так, вот так. Что еще у нас есть? Куча подарков, да? Палочки. Да, сумка. Сменка. Угу. Я подкладываю. Да. Еще вот такой клевенький блокнотик. Как я люблю блокнотики. Можно я его себе заберу? Да. Лондон. Лондон, Лондон. Со всякими закладусечками. Мам, себе забери. Он все равно мне не нужен. Да, тебе не нужен? Хочешь себе забери? Мне он очень нравится. На, забирай. На, спасибо, мой хороший. Забирай, мне он не нужен. Тебе всего и так достаточно? Да. Мои мальчики, в общем-то, на рыбалке. У них сегодня просто супер день, помимо того, что выпускной. Мы были в кафе, для них это вообще пицца. Это, по-моему, великая радость для всех детей. И коктейли, вот. А сейчас еще пошли на рыбалку, и папа с ними пошел, поэтому все счастливы. А я пока варю клубничный компот, и тоже этому безумно счастлива. Не знаю, как у вас, но у меня клубничный компот. Вот просто из клубники и сахара самый-самый любимый. Поэтому здесь просто немного сахара, клубника и вода. И все сейчас будет твориться, и будет вкусняшный ароматный компот, который тут сейчас нам заполнит всю, весь дом своим ароматом. Будем наслаждаться. Осталось, перемою сейчас все и хочу сделать соус. Поставить его просто в баночке здесь. В общем, посмотрим, что я сейчас с ним сделаю. Еще пока сама не знаю. С Афанасием мы едем, отвезли Гришу на карате. Ой, и все птички улетели, да? А вон они летают, летают. Видишь? Четыре, да? И, в общем, смотрим, как летают птички. И Афоня тоже, как и мама, любуется на солнышко. Правда, у нас еще не закат, но все равно оно красивое. Закат? Нет, еще пока не закат. Это не тот красивый закат, как мы с тобой любим смотреть. Объезжаем. Смотрим на коровку. Да. Корова. В общем, красота. Привет, девчонки! Ой-ой-ой! Мам, так что, у вас каникулы? Нет.
Я просто к вам приехала после садика. У нас каникулы. Каникулы у тебя? Да, мам. Будем моргать на седьмой. Не знаю. Держи, а я чехол заберу, да? Села монтировать видео, потому что ночью понимаю, что хочется спать, а не сидеть за компьютером. Так что сейчас монтирую, и скоро уже поеду за Гришкой. Аваську? Что такое Аваська? Кто знает, что такое Аваська? Что такое Аваська? Что такое Аваська? Это Аваська. Это Аваська? Да. Или это жвачка? Аваська. Идем за Гришей. Птичка. Там птичка? Да. Какая? Какого цвета? Белого. Белая? Да. Ах, эта штука пахнет. Блин, тут целая стена этой пахучки. Хочется стоять и нюхать. Обалденно. Какой классный запах. Серегу забираем. Гришу забираем. Афоня запутался. Афоня, я нюхаю, тут даже пчелки летают. Вот это как? Гриш, ну зачем ты? Побежал. Сейчас меня укусит. Кто? Кого ты не видишь? Да она уже все, улетела, пчелка. Вот она, видишь? Кого в руки? Она же кусается в руках. Пошли. Пчелки, ты же видел папу, как за нос укусили, как у папы нос опух. Лолипоп, лолипоп, тип-тип-ти-ди-ди-ди-ди, лолипоп, лолипоп. Питю. Круто, скоро откроется пятерочка. Пятерочка выручается, но это не точно. А у меня тут получились такие маршмеллоу, мишки. Такие. Тебе нравится? Особенно вот эти собачки. Да ты. Вообще я думала, что это мишки, но это... Это на собачку похоже. Да? Вот это мишки. Мишки с шестью лапами надо было здесь не делать. Ну, в общем, для первого раза. Да, это нормально. Да, это нормально. А вот это Винни-Пухи. Ну, такие немного странные, но... Почему они желтые? Винни-Пух какой? Американец. Винни-Пух американец он какой? Мама, нам что съесть? Я не смотрел Винни-Пуха. А тут у меня с фломастером произошла такая беда. Они вот, они перетекли просто. Здесь они, мам, вот с них текло. Я их прям вытирала полотенцем. Я в ужасе, да? Другие нормально получились, да? Ни зрачков, ничего нет. Да, тут вот нормально. А вот эти спящие, я с них вообще балдею. Особенно вот это как-то нарисовано. Чук-чук. Смотрите, что мама нам приготовила. Что это такое? Маршмелло зверюшки. Новая серия. Новая серия. Давай. Еще таких не было. А вот одна мама... Такие. Они мягкие такие. Mm-hmm. Они как игрушки мягкие. Да. Пи-пи, пи-пи-пи. Ну, пробуй. Какая на вкус? Можно и я? Угу. Можно и я? Угу. Угу. Как тебе? Получились. Есть, можно? Мама, я бы хотела одного спать. Да. Сестричка, привет! Это моя. Нет. Да что ты меня забираешь? Вот еще белый мишка к ним пришел. Да. А эти желтенькие медвежатки. Сейчас еще будут коричневые и собачки придут. Да, дети сказали, что это собачки. Нет, другой. Ага, вот это собачки, да? Мам, я еще маленькие, но они
Это кто? Это кто? Это кто? Не знаю, я думала, что это Мишка. Это вообще ужастики. Мишка, я пришла! Моя любимая! Я буду кушать. Покатай, покатай. А буду кушать, Атоли. Это куклы. Ой, а буду кушать, Атоли. Да что ты сейчас прям уже все наложили? Иди, мне 2 исполняется, Алён. Ой! Что там белое? Да я знаю, там же крахмала. Вот, вот это, смотри, вот этому, например, посадить на голову, говорят, катай меня, ой. А вот сюда попробуй. А буду тортиком. Сидит? Та же на тоже. Посиди на этом, нет. А что на тоже? А вот тут пробуй. Никто не хочет покататься, да? Можно покатать? Мама, покатай! О, у тебя 2 медведя, 2 друга. Один пока спит, папа, другой покатай, на него залез. Папа, покатай, покатай. Я катаю. Папа! Я иду в бассейн. Мам! Все? Всем привет! Вы на канале Хуторянка, и мама наша сделала таких куколок маршмеллоу, и я в первый раз рисую им щечки красным. Можно было, ну там, еще же снежки куколки. Ну давайте рисовать. Так, кому первому? Давайте папе. Это папа? Да. Он же катал ложку. Афоня. Он такой... Там я буду, а буду Тони. Нет, черный плохо, он слишком течет, сынуль. Им нужно очень и очень аккуратно. А буду. Это поцелуйчики, что ли? Не надо, не надо, черным не надо. Я придумал, что нарисовать. Давай, котик. Это спящая, смотри. Мне приснилось здесь сердечко. Давай. Как будто она спит и несет сердечки. Она уже синий. А что ты синим? А то этим. Ну давайте по одному возьмите, сделайте, хорошо? Мы тебе скажем и позовем, как я у нас. Мама, красный что-то не растечет. Да? Иди. Смотрите как. Угу. Ну что, всем спокойной ночи, мишки-мимимишки, готовы? Ну, вернее, это такие винни-пухи, какие-то спящие мишки, в общем, всякие-всякие разные, всякие-всякие разные. Вот, вот этот мне очень нравится. На ощупь это, конечно, просто релакс, просто антистресс. Завтра будем их купать в кофе. Пип-пип-пип-пип-пип. Это что-то такое непонятное. Ну, в общем, будем пробовать. Еще это был только первый урок от Малиновки Торт в Инстаграм. У них такой ник. А Денис своей супругой проводили. Вернее, его супруга. И Денис там всех смешил в прямом эфире в Инстаграм. В общем, здорово было. Мне понравилось. Вот это было все несколько дней назад. Но у меня вот только сегодня было время все это повторить. Но мне понравилось очень, детям тоже. Завтра будем пробовать. Ой, какие они пухляши, пухляши, пухлики. Все, всем спокойной ночи и пока. Вот такие вот чудовища тоже бывают. Ну вот это вот милота, это просто нежность. Сама нежность.